Берез ноги, как говорится, Крейт вещает, и в прошлом видео я словил стайлинг центр. За ночь он успел сделать еще 8 лямов и потратил на это только 2000 продуктов. Так что сейчас можем заказать первые продукты в Безочок. Но это действительно уникальный бизнес, потому что пополнять его надо один раз в день, а за вчера финка составила 13 миллионов. Можем прям тут в банкомате снять эту всю огромнейшую финку. Потихонечку буду возвращать свой баланс. Замы в нашей Фоме собирают народ для захвата вышек. На хате у нас, как всегда, куча народу из разных самых фам. Суета дикая, и организовать Фому капец сложно. В общем, всей Фомой решили завалиться на вышку Казик. Это место в поле, которое находится рядом с казино. До начала битвы за вышки еще 5 минут, а пока ей владеет другая Фома. У наших даже нету всех оружия и броников, поэтому выдаю отдельно. И тут к нам залетает розовая Бугатти. Пока захвата нет, прям с вышки побежали все на него. Вроде как все Фомы стреляем, но убить не можем. Не понял, у него чё, ГМ? Ну, короче, он поломанный, все равно от нас уехал. Еще какая-то левая машинка приехала. Вижу, там уже наших разносят. И я тоже за секунду отлетел. И вот на заднем плане вижу, тоже все легли. А, ну действительно, вот этот челик зачистил всю нашу Фому и сейчас стоит один на вышке. А, ну да, по ней урон не проходит. Вот в античите пишет про ГМ. Ну а как против таких типов захватывать вышки? Итак, следующая заруба будет на ферме Горель. Насколько я знаю, на крыше этого здания можно находиться. Надо обязательно еще одевать маску, чтобы нас на карте не видели, и мы как ниндзя всех киляли. Типа вот так смотришь под крышу, бах, и есть один. После чего меня спалили и почти не убили. Думаю, кто сейчас по мне стреляет? А вон там тип прячется и фигачит. Можно, конечно, перестреливаться, но вряд ли кто-то из нас попадет. Короче, к нам на крышу пробралась другая Фома. Ну, понятное дело, я дуэлил с этой бомжихой, и по итогу меня снова убивает тот же читер. Да, вот он уже на ферме и снова спалился с ГМом в античите. Таким образом, они вдвоем взяли ферму. Жалко, старших админов нет в сети, так бы уже давно этих читеров забанили. Третья попытка победить в захватах, это у нас уже завод. Я тут объединился вообще с левой Фомой. Главное победить вот того читера. Только они почему-то мне его фигачить не помогают. Короче, я побежал его рашить. Он палится в античите, просто тычку надо сделать для пруфа. Ну, в общем, у меня не получилось. Через полчаса снова залетаю на ферму, снимаем какого-то типа. И по итогу также в спину меня сливают, только с дичайшим сбивом. Честно, я хз, как нам забирать капты. Просто зашел пофаниться с нового движка. Поставили лаунч-контроль на этот зазик. И прикол в том, что здесь лаунч-контроль работает очень мощно, и зазик тупо улетает в космос. Также мы обнаружили, что Skyline здесь очень быстрый. Он, конечно, не стоковый, но посмотрите, как он набирает скорость. Это какая-то Бугатти на минималках. Ну и лаунч-контроль, в принципе, тоже на нем работает офигительно просто. На следующий день, чтобы вы понимали, в Сталинге вижу на балансе 11 лямов. Я хочу снимать все бабки именно в этом банкомате. Фоме меня уже просят купить дом подальше от томиков. Каждый мой переход на хату — это стабильная сходка подписчиков. Ну, думаю, в соло с утра пораньше постараюсь взять вышечку. И пока я забежал за вышку, мне снесли уже почти все хп. Высматриваю чулов, никого не вижу. И сзади появляется один тип, который с дигла как с минигана хреначит. Ну ладно, выбегаем с больнички. Вот как раз типочек на акуле нашей. Я вместе с ним доехал до фермы. Запрыгиваем на акулу и с нее уже на крыше. Во, наконец-то начался захват, и мы перезаходим в территорию, чтоб пошли очки нашей Фомы. Вроде как потихонечку держим оборону, но на скиллуху по стрельбе надеяться не стоит. Я играю на планшете и в три пальца тупо не могу. Но все равно наши попытки не кончаются. Возле лытки ЦБ у нас припарковано Audi RS7, на которой мы снова едем на капты. Правда, на ферму возвращаться нельзя, так что закатываем сразу на завод. Забыли взять ресы с фам-склада, поэтому сейчас берем броник, потом еще патроны к себе к диглу и обязательно маска. Ну, я так понял, на заводе быть в маске очень важно. Главный вход уже охраняют, так что перелезаю через забор сзади. Там типы на крыше завода разговаривают. Блин, нас тут походу пушат, но у меня на лаке получилось вывести. О, так они не выгрузили бусик. А ну-ка, дай-ка я тоже к ним в гости сейчас залечу. О, забираемся на невидимую штучку и, блин, пооблажался, не запрыгнул. Чего? Ну как я еще жив выбежал? Естественно, за мной погнался тип, ну и я его встретил. Еще осталось два типа, они меня не видят. Да, сюда, минус один еще. Ну да, хп восстановилось, а потом обратно откатился. Я понимаю. Вот что мне сейчас с ним сделать? Он же тоже стреляет в меня. А, да там еще и другой тип. Нет, это был наш тип из Фомы, чисто нолики. Мало того, что я один, так еще и свои мешают. Залетел я такой на авторынок и увидел, как продают легендарную зеленую гробовозку. Если помните, я ее разыгрывал среди подписчиков, а сейчас, видимо, ее уже раз пятый продают. Она полностью прокачана, гидраспорт плюс, и цена всего 5,5 миллионов. Вот мне интересно, осталось что-то в багажнике? Конечно нет, ну а че, да. На что я надеялся? Вот нашел я еще один гелик на спорте.
себе, вроде с детейлингом. Не знаю, зачем мне четвертый гелик, но вроде он представляет какую-то ценность, так что покупаю за 31 лям с половиной. Не особо скажу, это выгодная тачка для Фомы, но надеюсь, челики наши оценят. По классике залетаем уже в мой стайлинг-центр, и надо затестить, сколько денег принесет тюнинг гелика. Для этого я специально в банкоматике снял все денежки, чтобы был на балансе прям вот ноль. После чего закатываем гелик тюнить. Первое, что изменяем, это подсветка снизу. Стоит это 280 тысяч. Ну и, конечно, красим корпус тоже в розовый цвет. Тратим на это еще 240 тысяч. Собственно, выкатываемся, смотрим, что по безу. И на балансе 84 400. На сам тюнинг потратил 520 тысяч. Итого 17% от потраченной суммы. Надо еще заехать в технический центр. И я еще ставлю нитро X10. Трачу 1,6 кк. Во, прожег все бабки. Реально на балансе 1 миллион. Но зато наша Фома сможет люто ездить на вышке. Блин, ну такой комбайн вообще не умеет останавливаться. Ладно, надо как-то постараться переехать за бур. Я стал на колеса, офигеть! Естественно, места для гелика в автопарке у нас нет, поэтому убираю свою Супру. Ну, для Фомы Супра реально такое, зато у нее есть номера нолики, которые я с нее снимаю и уже на будущий фамный гелик вешаю. Ну, красота, четвертый гелик готов и сходу залетает в нашу семью. А денег у меня не на шутку стало мало, так что я зашел в донат, чтобы купить BMW PPS. Стоит она 50 тысяч блэккоинов. Обычно я донат стараюсь не тратить. Купил ее черный, потому что все равно на продажу. Ну вот если без мигалок было, то вообще непонятно, что это ППС-ка. Естественно, я заранее договорился с покупателем. Он еще хочет, чтобы я в техническом центре поставил на эту тачку Sport Plus. Получается, если одна деталь 2500, то весь Sport Plus 12,5. Ну и продавать я ему буду за 240 миллионов. Только вот госка у нее 50 кк, так что через авторынок могу продать только за 150 миллионов. Поэтому мы сделали фрап, что он мне еще доплатит 90 миллионов. Ну и, собственно, я отдаю эту ППС-очку, в которую вложил 62 тысячи с половиной доната за 150 миллионов. После чего залетаем в банк, и на банк счет он мне скинул 90 миллионов. Таким образом, на моем балансе оказалось 248 миллионов. В принципе, вот таким способом заработка я и заработал свои миллиарды. Что-то патроны на фармскладе быстро заканчиваются, но зато бронежилеты кто-то у нас зафулил. Короче, я снова пытаюсь пушнуть завод, но опять забыл взять ресов со склада. И пока у меня анимка одевания маски, меня просто расстреливают. У него была перезарядка, я думал сбегу, но нет. Прикиньте, у нас серьезно в Фоме один старый гелик на спортплюсе и три гелика просто на спорте. Утром мы снова собрались на фам-хате и едем рашить семейный контейнер. Жалко только, что на нем уже было дофига томиков, так что нам пришлось немножко отступить, взять себе броник, пистолет. Ну тут их реально очень много, а наши где-то по дороге потерялись. Так, ну один вроде есть, надо сейчас зачистить тех, кто разгружает сам контейнер. Все сбивают темп, но мне нельзя. О, ее свой грохнул. Ну, как бы тут все равно неизбежно. Собственно, сейчас начинаются вышки, так что мы небольшим кортежем едем на коряк вышку. Вот если у нас получится ее захватить, то нам дадут 50 репутаций. Но какой-то бомж, который сидел на капоте, решил меня просто задеймить. Зато хоть наши забрали эту вышку с очками 13. Далее я захотел запушить в соло ферму, ну, естественно, отлетел. Возле больнички своровал чей-то фамный урус и на нем доехал до завода. Вот на заводе хотя бы были мои замы, и мы смогли запушить завод. Я побежал за последним оставшимся. Он тоже вылетает на меня со своим лоу хп. Я вроде даю тыку, но он за секунду темп стрельбы сбивает. И мы вдвоем улетаем в больничку. Как бы грустно не было, но даже этот завод мы не забрали, потому что сзади все-таки был тип с большими очками. Типа да, мы тоже неплохи, у нас четвертое место и очень близко до третьего. Но даже если возьмем третье место, то нам дадут по 10 тысяч вертов и по всякой фигне. А вот второе и первое место забирает по одному слоту. Да, в принципе, у нас одна из самых богатых семей на черри. Типа ранги продаются, автопарк улучшается. Но что касается захватов, то мы здесь реально плохи. Ну, так-то наше название говорит само за себя.